Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Хранителям этого имени начинает казаться, что они просто даром теряют время. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Они всегда стремятся действовать. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Значение буквы Д говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Иногда представители имени готовы принести в жертву алчности и наживе себя и даже близких. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Обладатели этого имени, как правило, очень возбудимы, нервны, эмоционально мобильны. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.